Когда Саша предложил мне участвовать в фильме, где основной сюжет был спортивная гребля, мне показалась эта идея не очень интересной. Но когда он объяснил мне, что главная идея в том, чтобы на примере реальных людей, на примере этого вида спорта, людей, которые, по сути, чемпионы Израиля, людей, которые прилагают усилия для того, чтобы добиться поставленной цели, показать, насколько важно быть целеустремленным, насколько важно прилагать серьезные усилия для того, чтобы добиться поставленной цели. Я понял, что это достойная идея, это интересная идея, которой стоит посвятить силы. Я с удовольствием согласился. Мы хотим вообще донести саму идею. Идею стремиться вперед, идею побеждать и проходить все обстоятельства и трудности в жизни, и преодолевая их, двигаться вперед. И мы просто взяли для примера историю жизни Лены, ее побед, ее падений, ее стремлений, ее желаний. Вот. И мы видим, что это образец для каждого из нас, он вдохновляет нас. אני מקווה שכולם ילמדו מהסרט הזה, כמו שאנחנו למדנו, שצריך להיות עם כוח רצון גדול, ללכת למטרה ולא לעצור בדרך. То, что я захотел снять фильм про Лену, потому что она немножко по-другому вообще как бы смотрит на жизнь, немного по-другому двигается, потому что она-то и не взрослый человек, она еще ребенок. И я понимаю, что она ребенок, но она мыслит немножко иначе. И она даже нас, взрослых, может вдохновить. И мы видели, насколько они выкладываются, насколько они действительно прилагают усилия для того, чтобы подготовиться к соревнованиям, для того, чтобы не просто участвовать, а победить, занять первое место. Когда мы приехали, мы увидели, она в тот момент, она упала очень сильно, когда мы приехали. У нее были разбиты руки, разбиты ноги, ей делали перевязки, ей было очень больно, и мы это видели. Она сказала, что я буду все равно участвовать, и все равно я поеду и получу первое место. Больше всего, конечно, мы увидели напряжение и то выкладывание, которое можно увидеть в спортсменах непосредственно на самих соревнованиях, на чемпионате Израиля, который происходил в Тель-Авиве. Мы видели этот накал, мы видели, что спортсмены не просто гребли, мы видели, что они вкладывали в это все свои силы. Мы очень хотели записать ее интервью и послушать, что она скажет о самой себе, что она скажет о самом соревновании, расскажет нам свою историю. Нам было это очень интересно послушать ее. И она затронула тему соревнований, затронула тему завтрашнего дня. И она рассуждала неким образом, говоря то, что завтра будет соревнование, и я завтра выиграю, получу награду. Самое интересное то, что она не употребляет слов, что я верю, то, что я получу. Она не употребляет слов, то, что я надеюсь, что я там выиграю. Она говорит точно и уверенно, что завтра мы выиграем. Завтра мы победим, и награда будет наша. И это немножко как бы даже заинтриговало нас. Я надеюсь, что это будет мотивация для каждого, кто сейчас закупил. והוא גם ינצח ויעבור את השלב הזה בהצלחה. Интересно, что когда мы вернулись с Тель-Авива, с чемпионата, я решил посмотреть в словаре, как точно
все-таки переводится слово «грести» с иврита. И интересно, я обнаружил, что еврейское слово «лехтор» — «грести» переводится не только как «грести», собственно, но также как «стремиться», «добиваться цели», «прилагать усилия». И мне казалось это очень символичным, потому что именно об этом в первую очередь мы и хотели снять фильм.